Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска. Дизель 2.5, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Заменили сегодня рабочий цилиндр сцепления. Поднимаю автомобиль, снимаю цилиндр и устанавливаю новый. Почему? Тот цилиндр бежит, ремкомплекта на него нет. Пыльник на цилиндре разъело тормозной жидкостью. Он там тормозной жидкостью, маслом, не знаю, что там попадало. Ну, он разбух. Поднимаю. Поднял автомобиль. Вот рабочий цилиндр. Пыльник, как я и говорил, он разбухший весь. Но вот еще что-то не хватило ума заказать пыльник. Вилки сцепления, его тоже разворотило. Ладно, его заменить несложно, да закажу. Кардан можно не снимать, но я его сниму для удобства. Только для себя, чтобы вокруг не мараться. Отодвину его в сторону и спокойненько здесь сделаю. Откручу 4 болта. Откручиваю два болта на 12. Снизу поставил тазик. Сейчас шланг откручу. Тормозуха побежит. Шланг пережимать не буду. Хотя нет, наверное, я пережму шланг. Пыльник. Да, пережму я шланг. Повыше возьму. Все, шланг передавил. Беру ключик. Ключ на 17.
Все, цилиндрик я открутил. Беру новый цилиндр. Оригинальный маздовский. УР-58-41-920А. Фордовский заказать не удалось. Оригинальный. Несколько раз, по-моему, 3 раза заказывали и всегда снимали его с заказа. Вот он в сборе. Вот он старый. Абсолютно одинаковый. Снимаю заглушку и накручиваю его на шланг. Затягиваю шланг, шайба осталась на шланге. Ну а теперь отпускаю зажим со шланга. И наживляю цилиндр. Ставлю поршенек, то есть шток, вилку. Наживил. Снимаю колпачок со штуцера и ослабляю штуцер. Самотеком что-то она не хочет идти.
Ну, попробую педаль наступить. Сейчас штуцер подзатяну. Сцепление есть, но по-хорошему нужен помощник, когда нажимаем, еще ее вилку держим, еще раз педаль отпускаем, нажимаем, держим вилку, потом отпускаем педаль и отпускаем вилку. Вилка у нас вдавливает шток, и все, вся система остается безвоздушна. Ну, сейчас я нажимал, сцепление уже есть, все нормально. Ставлю на место кардан. И на этом все. Замену рабочего цилиндра сцепления я закончил. Всего вам доброго.